Приветствую всех любителей нехватки стройматериалов и не только. Это Король Артур, и мы продолжаем. Сейчас отправляемся на мейн-квест «Сердце полуночи». За кадром продал шмот ненужный. Поставил несколько вещей, честно говоря, не помню же что. И качнул лавку купца. У меня было 3000 с лишним денег. Качнул приезжие торговцы, чтобы больше было расходников и предметов после завоза. Потому что стройматериала пока не хватает, золото копится, надо было его куда-то вложить. По шмоту ничего не поменял, там ничего толкового, к сожалению, не выпало. Выпал меч, на который я так рассчитывал, релик, но он восстанавливает одно УЗ при каждом ударе во время поединка и плюс 2 к урону против бойцов без брони. Очень такое себе, очень печально. И выпала вот эта вот хрень. Камень зрителя дает 5 ОД за первый ход в каждой стычке. Звучит неплохо, но мне некуда ее ставить. Некуда ставить, у всех вещи получше. Так что пока так. Идем, наверное, нашей основной компанией, я думаю, сюда. Хотел я один трейн отправить полечиться немножко, но потом понял, что тут, если брать вместо нее Сэра и Вейна, допустим, или Кея, хотя лучник, как мне кажется, нужен, то будет больно. Поэтому идет Дендрейн. Сердце полуночи, погнали. Когда-то это место было священным озером Владычицы, а ныне здесь сердце полуночи. Когда-то тут Владычица пыталась исцелить Артура, но тот стал воплощением тьмы. Я должен уничтожить короля и выполнить свое предназначение. Реликвия... Убей рыцаря полуночи, требуется сэр Мордред. Ну, что-то мне кажется, все так просто не пройдет. Я почему-то в этом уверен. Никакого короля мы не убьем. Или он уйдет, или он нас раздраконит и уйдет. Или еще что-то случится. Да видят древние боги, мое место силы осквернили. Изъели душу, сердце и втоптали в грязь. Хотела я лишь исцелить Артура, как то велело предсказание. Но ни в одном пророчестве не говорилось, что все пойдет к чертям. Ну, как, в принципе, и всегда. Оу, май. Какая-то кишкообразная локация. Всего с двумя кострами. Мне немного боязно, честно говоря. То есть, это наверняка будет бой за боем, бой за боем. О да, сотрясся небосвод, окрасился багрянцем, и тут явились мертвецы, герои чужестранцы. Отлично. Только этого чудака нам еще не хватало. Так, чудака или чародея? Грань тонка. А я вас дожидался. Так это не этот, как его зовут-то, я про него говорил, не... Ну вы поняли, кто, да? Долго же, наверное, тебе пришлось ждать. Пустяки, время всего лишь оковы, и я знаю, как их разорвать. И чем же ты тут занят? Без моей помощи вам не справиться. Это место сердца полуночи, шрам, который оставил в этом мире запретный ритуал. Чудесно, значит, тут я покончу с Артуром. Ах да, конечно, ты клинок, что вырубит бурьян. Но знай, он пустил здесь крепкие корни, а чары, которыми он овеян, сотканы в пустоте. О каких чарах идет речь? Неужто ты не понимаешь? Ты ведь был здесь. А может, только будешь? Грядущее былое все сойдется здесь. Кто наложил на Артура чары? Существуют силы столь древние, что даже я кажусь юнцом в сравнении. А этот дух давно был полон злобы, и он бушует за гранью бытия. Поверь, ты все поймешь, но будет слишком поздно. Ты говорил о ритуале, о том, когда владычица пыталась исцелить короля? Не только. Тот ритуал нарушил закон былого мироздания, что не давал павшим покинуть Авалон. Артур хотел этого? Нет, не он. Согласно предсказанию, Артур должен вернуться в Британию. Но как это возможно, если владычица не нарушит закон? Ты слишком много знаешь. А не замешан ли ты в этом? Возможно, я как-то поспособствовал в принятии решения. Ну так, слегка.
Хватит говорить загадками, что тебе известно о моем враге. Рыцарь полуночи подпитывается павшими рыцарями, и с каждой поглощенной душой он становится сильнее. Угу. Ты вроде говорил про помощь, что насчет нее? Я поделюсь с вами знаниями. Некогда я был другом владычицы и знаю о ее секретах. Я укажу вам путь. Ну, он подозрительный тип. Блин, как его зовут? Я забыл. Как звали колдуна-то? Который советник короля был. Из головы вылетело, короче, ну вы поняли. Благодарю, проводник нам не помешает. О, звезды, что я слышу? Неужто ты благодаришь меня? Возможно, в первый и последний раз. Что ж, тогда в путь. Я так понимаю, другие до меня пытались одолеть рыцаря полуночи. Другие оказались от моей помощи, и рыцарь стал только сильнее. Так как же его победить? Владычица сильно пострадала, ее кровь... проникла скверно, но стоит лишь очистить алтари и воды наделять вас силой. Угу. Отшельник. Проклятие, Мордред. Ты выжил из ума? Неужто жизнь тебя не научила не доверять чудаковатым старцам, явившимся из ниоткуда? Случившимся есть и его вина. Он этого не сознает, а может, не признает. Так твоя вина там тоже есть, дорогуша. Все тут кругом виноваты. Так, он получается у нас маг, да? Он маг, именно маг. Еще один маг. У него есть... Так, огненный взрыв, это огненный заряд, это что-то другое. Дальнее заклинание 100% вызывает горение на один ход, отбрасывает цель. Два дамага. Телепортация, оу май. Затуманенный разум. Следующая атака цели придется на ближайшего бойца, даже если это союзник. Бойцы, у которых ментальное сопротивление достигает хотя бы 50%, вместо этого попадают в ступор на один ход. Ступор. Боец под воздействием ступора в начале хода теряет 30% УД. Физическое и ментальное сокращают число потерянных. Понятно. Ну ладно, пойдем. Это не как сэр Эктор, этот маг немного другого толка. Мне нравится, что у него телепортация есть. Он может себя телепортировать, или он может телепортировать и наших товарищей? Ах, дева озера, леди Бланш. Та, что некогда дарила жизнь, стала воплощением смерти. Блин, это плохо, это банши долбаная. Надо ее быстро сейчас убить. И куча бомжей, да? Дева алтаря. Угу. Выстрел, крик и поглощение жизни. Да, надо ее убивать. Уклонение, иммунитет к нокауту, обнаружение. Долбанные уклонения. Как я не люблю их уклонения, это просто боль. Когда они уклоняются, эти мрази. Blessings. Do you need any wise words? No mercy for the wicked. У нее еще обнаружение, да? Мне надо как-то ее ударить в спину и уйти. What? Так, это было легко. Проблема в том, что он теперь у меня... Но он не под ударом, нет. Я просто сейчас сделаю вот так. Сколько у меня останется? 3. На один овервотч мне хватит, да? Атака у меня сколько?
5. Мне и так на один Overwatch только хватит. Тогда давай сюда. Хотя, наверное, можно было не вставать, да? А, не, до меня и так на удар не подходит. Отлично. Так, ты. Сколько у тебя это бьет? 6, 2, 3. 2 перезарядка. 4 перезарядка. Сразу, да? Сгорит. Overwatch я уберу, я лучше сэкономлю. What are we waiting for? Так, кучка бомжей, но это не страшно. You think I can't fight? Power and glory. What's it gonna be? I serve the Lord. I can take them all. Your head is mine. Make up your mind. Sinners shall bleed. Too late to run now. What? What do you want from me? Владычица всегда держала при себе трех чародеек, символ триединства. Три лика, дева, мать, старуха, и каждый посвящен алтарь. И раз очищен первый, можно рассчитывать на ее благословение. То есть три алтаря, ну как обычно, все по три. Я думаю, три очистим, и нам дадут какой-то баф, да? Первый, второй и вот третий. Так, только я не туда пошел. Я хотел на самом деле вот сюда сходить. Но меня камера увела в другое место. А, я сюда не пройду, окей. Надо тут лук поискать. Сигнал средней брони, печаль. Да, кстати, еще зелье поставил Мордорту, которое 40% очков брони восстанавливает. У меня их уже там 3 штуки накопились. Надо будет применять эти зелья. Смотри, там не только на броню есть, там еще которые дают броню на один ход. Полезные вещички, помимо отхила. Так, следующий, да, алтарь, да. Леди Энида, что с тобой сталось? Была ты воплощением полной луны, любви и материнства. Теперь же ты в унынии и упадке. Так, а кто там? Кто у нас тут? Бля, тут еще и тотем.
В этот откат, да? Ну пускай подлетает, мы тогда здесь. Тебе надо каким-то божественным образом захаиться и как-то дойти. Главное, чтобы тебя не спалили эти мрази. Посиди тут. I serve the Lord. Let's see if I could help. Так, у тебя есть отличный затуманенный разум. Он мне нравится, но ты ни до кого им не достанешь, да? Да. Дальность очень маленькая у него. Ready. Тогда мы просто стоим, я не хочу подходить, чтобы банши ударила по ним, пусть бьет по Мордорту. Так, у тебя сколько тут? А вот ты можешь, да, что-то придумать. Только тебе главное потом назад отойти. Конечно, куча лишних очков тратим, но выбора нет. Теперь надо как-то банши постараться забрать. Так, если я бегу, я ее спину убиваю. Десять, да? Я трачу один. У меня получается 9. Два удара, 6. Еще в инвиз уйду. Арбалет подойдет, арбалет меня спалит. Если он пойдет. Ну ладно, он так и так меня спалит. You think I can't fight? I serve the Lord. Sinners shall bleed. Я ж могу телепортировать своих. Нет, это я себя телепортирую. Все, я понял, это на меня. Это не на своих. Печально. Blessings. Мне барбалета забрать. Мне это сделать не получится, да? Sword or sorcery? Блять. What are we waiting for? Ну почему? Почему я не подумал опять? Blessings.
Эти сейчас будут друг с другом драться. В этого арбалета начнут палить. Черт возьми. Это в итоге зря на него кинул. Я могу еще их двоих забрать. Вот этим ударом. Может, одного арбалетчика собью? А, я их не забираю никого. Здорово. Блядь, чё наделал, короче? Накосожопил, как не в себя, блядь. Power and glory. What do you want? Бля, то, что он, да, он от первой атаки уклоняется, а от второй он уклонился чисто по волшебству. Вроде у него только первая атака на уклонение идет. Sinners shall bleed. Тут же еще эти тела, которые встают. Бля, куда эта тварь пойдет, я понятия не имею. What do you want? The Lord is my witness. I can take them all. See if I could help. None can stand in my way. I serve the Lord. Ну почему ты, блядь, издеваешься надо мной, падла? Ты же мог с одного удара его убить. Нормально. Я косипырил, но нормально. Немножко по броне просил у Мордрета. Но Балина засейвил. Эти отталкивания, конечно, долго меня еще душить будут. Постойте-ка, что за волнение? Источник силы бьет из-под земли. Да, озеро крепчает, сила владычицы растет. Так, сила владычицы растет. Конечно, это очень хорошо. Наверное. Тут какой-то... А, погоди. Бля, я алтари не юзал. Вот я мудак. Я только сейчас заметил, что алтари на карте. Что они дают? Долгое благословение. Плюс 25 крон до конца текущей миссии. Это даем давай сэру Балину. Второй алтарь что дает? Долгая резвость. Плюс 2 УД до конца текущей миссии. Пока никому, я бы тоже, конечно, сэру Балину дал, чтобы он там раскидывал. Но можно сдать Мордрету.
чтобы он дальше бегал, или лучницы. Магам смысла давать нет, у них слишком много ОД жрут скиллы. Поэтому... Так, а как мне сюда попасть? Я не понимаю. Это где-то вот отсюда, что ли? Вот тут же еще какая-то дорога. Или меня туда телепортируют потом. И там будет бой. Ладно, пока не знаю. Пойдем дальше. У него 7 ОД, будет 9, да? Будет 9 ОД. Это по 3 жрет. Ну, в принципе, плюс 2 ОД. Хотя этому тоже 2 ОД как раз на инвиз. У лучницы сколько? У лучницы 8 на 2 выстрела. Будет 10. Тоже особого смысла нет. Наверное, надо или Бальну, или Мордреду давать. Я вот не знаю кому. Бальну, конечно, перспективней. Он из инвиза с перебежками, со всем этим делом. Так, а тут у нас что за ответвление? Приют владычицы озера. Еще какой-то файт будет. Да-да-да, те, что пали, восстанут вновь. Тьма покоится в них, как в сосудах, и она рассеется лишь с концом полуночи. Сейчас будет файт. Да, и тут серьезные ребята. Стоять! Это священная долина владычицы. Путь закрыт. С чего это? Мы поклялись защищать это место до последней капли крови. Так вы уже давно трупы. Валите, пока не поздно. Еще один шаг. Безвестный рыцарь, и тебе придет... тебе придется принять бой. Ну погнали. Ох, ё. Нормально. Ох, ё. Арбалеты закрысили по бокам, да? У него сколько сопротивления? 25. Я, в принципе, могу... А ментальное сколько? 0. Я могу на него еще наложить затуманенный разум, чтобы он бил своих. Потом всю эту кодлу я могу поджечь. Нет, я их не подожгу, да? Так, если я в него ударю, у него ж не спадет этот затуманенный разум? I can take them all. What? Вот так вот пусть они бьют друг друга уж, чтоб наверняка. Правда, к Мордреду идут. Но можно заинвизить одну тварь. Ой, заинвизить. Замедлить. Я его могу сейчас убить. Это очень заманчиво на самом деле, но он сделает один удар по своему, так что я его не буду убивать, пускай бьют. Пускай бьет, продамажит. А мы сейчас просто накидаем капканов. И заходимся, и надо идти к лучникам каким-то образом тут обходить.
А я просто отойду на шажок назад, чтобы они ко мне не подошли. И встану в Overwatch. Хотя они и так не подойдут. Я могу сэкономить. Это мне сколько даст? Одно очко или два? Два очка даст. Давай, наверное, так. Sword or sorcery? Ой, хорошо пробил. Сука, подошел все-таки впритык. Так, ну ничего, пока работаем нормально. Blessings. Тогда вы, наверное, забираете лучников, а Балин будет резать спины. Я думаю, надо будет его толкнуть. Сколько у меня очков? 9. Давай пробьем немного ему. Раз. 2. А так мы его еще убьем. Вообще отлично. Хорошо получилось. Враг даже не успел ничего сделать. Так, это был сайт, я так понимаю, да? Ничего интересного, только опыт, ну и лут возможный. Finally, some reward. Руна посоха, блин, одна зелень сыпется. Ну, я комментарии почитал, да, кстати, спасибо за комментарии, ребятки. Что там в кузнице можно грейдить будет потом, но это мы все видели уже, да. Но... Там рандомные статы выпадают и может нарандомить говно. Но хотя у меня вон мечи голдовые, релики, которые тоже такие себе статы. Если их перекрафчивать на другие статы, может выпасть что-то вкусное, в принципе. Так что как вариант. Давайте, наверное, все-таки Балину возьмем. Доп 2 УД до конца... До конца этой миссии. Мне кажется, ему это лучше, чем всем остальным. Он вон как спины раскидывает. Пускай юзает. Посмотрим, что на третий дадут. Костер пока не трогаю, потому что пока все хорошо. Тут ничего не спрятано. Вы чувствуете, во тьме той бьется сердце. Мы все ближе к цели. Вперед. Аж голову что-то там схватил, или что он сказал? Так, тут еще один алтарь. Леди Изабель, ты воплощение смерти. Приветствую тебя, старуха. Что тут сказать? Все так же хороша. Так. Тут лучников нет. Это хорошо. И она довольно далеко. Это еще лучше. У нее нет воротов. Нам надо подождать, пока она к нам подойдет сама. И потом прыгнуть и убить ее, постараться.
Бля, вот это плохо, довольно далеко в итоге я стою. Ты ничего сделать не можешь, да, ты тоже? Этот умрет, она, скорее всего, пойдет отсюда. У нее обнаружение, да? Угу. Сколько она пройдет, я не знаю, поэтому мне надо... Я не понимаю, вот это вот фиолетовое, что это значит? Фиолетовые квадраты, что-то я не вдупляю. Она пройдет вот так, надо куда-то сюда встать. А тут еще и ловушки. Или это спавн? Погоди, это похоже на спавн. Бля, это плохо. Тогда вот сюда давай. Надеюсь, тебя не спалят. Посмотрим, как пойдет. Да, это спаун. Ах ты, сука, в кого-то швырнула. В Дендрейн попала. Я так и знал, Дендрейн недалеко отвел. Пролетела Дендрейн немного. Blessings. Меня спалят, в принципе, сразу, так что наплевать, да? Куда она смотрит? Она смотрит сюда. Значит, у нее спина. Вот эти вот три. Значит, мне сюда. В чем проблема? Почему ты остановился? А, ты увидел спаун? Не хотел бы тратить я на нее все очки, поэтому делаем так. Sinners shall bleed. Шесть, да? Я могу еще кого-нибудь убить сейчас, если добегу. Только бежать тут не очень удобно. Сейчас что-нибудь придумаем. I serve the Lord. What's it gonna be? What? Это все через толчок. I can take them all. The Lord is my witness. For my Camelot. I could be of some help, I suppose. Blessings. Blessings. Make up your mind. Блять, я думал, я его не убью. Вот серьезно, думал, не убью. None can stand in my way. Блять, тут спавн еще. Ай, сука. Теперь придется еще ждать. Еще кто-то появится сейчас. Я его ударю. Сколько у него огонь? 2-4.
Бля, есть шанс его убить. Не, нихера нет. Лумис, Лумис. Без комментариев. What are we waiting for? Blessings. The Lord is my witness. Погодите, то есть, даже если я сейчас все убью, мне надо ждать всего спавна будет, что ли? Не, я думал, он умрет, потому что он следующим ходом догорает, как бы они сразу обычно рассыпаются. Три алтаря очищены, священное число. Есть шанс, что владычица вернется. Готов ли ты войти в сердце полуночи? Нет, не готов. Долгая защита. Плюс 25 к броне до конца текущей миссии. Я не знаю, кому дать. Балину опять дать, что если его вдруг поймают. И еще дендрейн тут коцанная. Подождите, пока. А тут два костра. Ну, дендрейн мы сейчас похилим. Блять, я сохранился. Нет. Смотрите, дерево из расколотых земель. Его принесли сюда Туаты Денан, когда остров был еще юн. Дайте мне сохраниться. Отличное дерево, я рад. Я тут лут вообще-то искал. Ну, лут у меня, похоже... А, не, есть сундук, есть. Руна для одноручного оружия. Че, говно какое-то сыпется сплошное с этой миссии. Прям лютое дерьмище. Все на продажу пойдет. Угу, да, вот мостик. Так, надо думать. Надо думать. Ей надо хипы восстановить. Наверное, одним костром хипы, а остальным броню, вот эти вот ошметки, которые нам потратили. Потому что это последний бой, смысл экономить. Enough of the idling. И броню я, наверное, возьму. Наверное, Мордорту все-таки. Я просто сейчас его вперед отправлю. Чтоб он там лицом танковал. Ну что, кому еще? Балину? Да его убьют, если его спалят. Там с броней, без брони его пробьют. Дендрейн или магом? Ну, не знаю. Двадцать пять это немного, конечно, но пусть будет лучше у него. Так, ну что, погнали, рыцари? Квадратного стола. Погнали. По
Посмотрим на Артурку. Там ты найдешь место смерти и перерождения, рану, что сочится кровью, покуда не извлечь осколки. Что за бред ты несешь? Тут я вас покину. Если рыцарь полуночи поглотит мою душу, его не победить. Кажется, ты просто струсил. А на какую поддержку ты рассчитывал от старого чудака? Встретимся в аду. Какая ирония. Бесстрашный рыцарь, вскоре ты поймешь, о чем я говорю. Когда же ты перестанешь сыпать загадками? Валяй отсюда нахер. Мерлин, я вспомнил, как его зовут. Волшебник этот долбанный. Это он или не он? Еще он похож на Одина. Сердце Авалона, место конца и начала. Что-то мне страшно. Здесь мы с королем погибли, чтобы воскреснуть. Что-то мне боязно немножко. Готовность. Твою мать. Он похож на Нита из Dark Souls первого. Судя по черепкам. И немножко... Ё-моё, ты чё такой огромный? Рыцари, рыцари, готовы ли вы примкнуть к моему круглому столу? История повторяется, Артур, помнишь, чем все кончилось в прошлый раз? Артур, что-то припоминаю, когда-то я был королем, но меня ждет большее величие. Бля, какой он огромный. Это вряд ли, а сейчас пора завершить начатое. Блин, Мордред, ты слишком самоуверен. Ахалай-махалай. Ага, банши, которые его подсасывают, да? Майн гот! Что же он такой здоровый? Иммунитет, 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 иммунитет. Костяная клетка. На 3 хода ловит цель в клетку из костей. До конца действия навыка получает оцепенение. Иммунитет и прочим эффектом бойца выживет. Уничтожит. У клетки 20 хп. Поджог. Землю. Неплохой саундтрек подъехал. Защита полуночи. Угу. Они броню ему дают, да? Регенерация. Знаете, что я думаю, блядь, ребятки? Мне кажется, волшебник меня... Да, волшебник меня, похоже, обдурил, как это помягче выразиться. Мне кажется, я освободил из алтаря, освободил этих дам, и теперь они старуха алтаря, мать алтаря, дева алтаря. А если бы я их не освобождал, они бы были здесь? Меня обманули? Или что? Бля, какой он огромный, а? Вы посмотрите на него. И где его голова? Бля, ну выглядит он мощно, конечно. Вы посмотрите на эту силу. Вы посмотрите на этот меч. И посмотрите на наших несчастных ребят. Надо душить этих мразей. И потом как-то бодаться с ним. Вязать его Мордортом. Бля, у меня еще этот ублюдок ушел. Так, убили ту, которую его будет хилить. Уже неплохо. У него обнаружение есть какое-нибудь? Вроде нет, я не вижу, да? Так, это дает ему броню. Надо ее... У меня 8. Если я потрачу 2 на хайт, у меня будет 6 на 2 удара. А так я подойду, сделаю 2 удара и захайдюсь. Так что не надо. А вот
вот это его усиляет. Вот это вот плохо. Бля, как жаль, что я не могу до нее допрыгнуть. Сколько у меня? 2 очка движения и 5 очков действия. То есть я по факту могу... Но он же на меня пойдет. А если я доберусь до него Мордортом, он на меня не пойдет, правильно? Бля, у меня никак не получается его догнать. Музыка неплохая играет. Мне надо встать сюда в Overwatch. Бля, он еще срет какими-то болотами помойными. Сколько там клеток на клетку? Дальность 2. Он недалеко срет этими болотами, да? То есть я могу встать сюда? Надо вставать к нему впритык, чтобы он на меня не нагадил издалека. Хотя, если он нагадит издалека, он не подойдет и не ударит. У него удар сколько снимает? 11-17, 20 пробития. Прилично. Power and glory. Я могу за медло ему швырнуть. Тогда он никуда не придет. No mercy for the wicked. Я думаю, надо сделать вот так вот. Sinners shall bleed. У него менталочка полтинник, да? Надо подальше отойти, чтобы он бил Мордрета, а не моих товарищей. Я думаю, встать сюда. Вряд ли он сейчас подойдет ко мне впритык, поэтому я, наверное, сохраню очки, чтобы потом вломить посильнее. Кинуть дебаф, еще какой-нибудь шлакобень. Пять. Могу еще потратить 2 очка, но я не вижу в этом смысла. Хотя я на 2 хода сразу его ослаблю. Там копейки, конечно, будет, но все равно. Бля, сумасшедший дом. Костяная клетка. Я не думал, что эта тварь меня спалит. Ах ты, сука долбаная, она меня спалила. Я думал, она будет стоять на месте, она перемещалась, падла. Сколько ходов он сидит в клетке? На 3 хода, ёб твою налево, а чё так много? No mercy for the wicked. No mercy for the wicked. Пробили ему броню немного. В принципе, я могу его кайтить. Он будет срать огнем, но это не так больно бьет. Я просто выйду из-под него, и пусть он ходит туда-сюда, как идиот. Он, конечно, к лучницам может пойти, к лучнице точнее. Я не знаю, в какую сторону он пойдет, я боюсь подходить, чтобы он меня не спалил.
4. Бля, я боюсь подходить. Он палит на две клетки, да? Он просто здоровый. Отлично, спиной встал. Хорошо. The Lord is my witness. Так, я все время забываю. Я его подожгу. Если снесу ему вот это ХП. Или не подожгу. Подожгу. Надо было запомнить это. Надо это запомнить раз и навсегда. Примкните ко мне. Так, вот его спина. Погоди, а красное что это? Я подгорю немного, да? Так я могу с этой стороны зайти ему спину напихать. Узри, Мордред. Вот настоящая дружина. Сука такая, я знал, что он призовет подхалимов. Глупец, я и есть Камелот. Я и есть круглый стол. Что ж, мне доводилось низвергать и то, и другое. Арбалеты, да? И рыцарь. Как мне хочется его ударить еще разочек. Я это сделаю. Сколько у меня очков? 9. Шесть, да? У меня вот этот пальнет разок. И вот этот черт может ко мне подойти. Я вот думаю, убить его. У меня просто все уже походили, и сейчас нас будут бить. И, возможно, даже ногами. The Lord is my witness. The Lord is my witness. Или отойти в крысу захайдиться и потом опять ему насовать. Ему осталось тут. Сгулькин хрен. Да, давай, наверное, отойдем и захайдимся. Ну, Мордер, держись. И вы тоже, ребятки, держитесь. Ах ты, тварь долбаная. Надо было его добивать. Сука, ёб твою налево, Балина забрал в клетку. Back, выблядок, а? Я думал, все будет очень легко. Но все очень плохо. Мне надо Балина освободить. Чтоб он его добил. Ready. Mm.
No mercy for the wicked. Бля, у нас Дендрейн рану получила. Но я не знал, что так будет. Вот и все. Остров слишком мал для двух круглых столов. Но это еще не конец. Это явно еще не конец. И Дендрейн отхватила леща, конечно, знатного. Получаемый урон УЗ увеличивается на 1. Но это, кстати, не такая страшная рана. Всего лишь синячок. Бланш под глазом прилетел. Дендрейн. Ну, конечно, Балин тут зарешал. Если бы не Балин, я бы не знаю, что я тут делал. А Дендрейн надо на больничку. Все-таки Эвейна надо будет брать. Алтарь. Рили. Я алтарь пропустил. Лумис, ты как всегда. Ты просто хорош. Ты ультра хорош, Лумис. Да, я знаю. Восстановление УЗ, но он бы все равно мне не это. Ничего не дал. Так что этот алтарь не очень важен. Так, там будет? Мне реликвию обещали в этой миссии вообще-то. Ну как обещали? Там был написано высокий шанс найти реликвию. Я как бы жду. А, хрена мне лысого, а не реликвию. Рили? Окей. И никакой награды после убийства вот этого вот здоровенного чудища. Знаете, это печально. Мне хочется плакать. Серьезно. А, погоди, вот он. А если бы я ушел, как... А я мог уйти. Ну, опять какое-нибудь говенное кольцо. Я, конечно, рад-то. О, руна посоха синяя, блин. Наконец-то. И плюс топаз сюда. Потому что у меня у Эктора зеленый посох говенный, который там единственный был. В магазине ничего не продается нормального. Надеюсь, кольцо хорошее, потому что мне... Реликвии падают в последнее время. Прям отвратные, на поединке. Сплошные реликвии. Такое себе. Ладно, уходим. Это было несложно до момента вот боя с Артуром, если это вообще он. Он, конечно, дал просраться вот этими призывами. Так-то я думал, я его быстренько под орех разделаю, но Дендрейн прилетел, а фингал. Но мы победили, это главное. Но это далеко не конец, я уверен. Так. Явно она что-то задумала, я уверен. Это владычица озера явно какую-то свою цель преследует. Если вообще это владычица озера, может, какая-то мутная тварь. Или ее тоже осквернило что-то, и она теперь... Нехорошая женщина. Падшая женщина. Какая-то мутная она баба, и лес мутный. Конец — это только начало, сэр Мордред. Наша работа здесь выполнена? Еще нет. Я ошиблась. Как же так? Я ведь убил то существо, заклятого врага. То был лишь один из аспектов короля Артура. А, его гниющая оболочка. Что? Что ты натворила? То, что должна была. Я пыталась воскресить его. Даже нарушила некоторые правила. Но проклятие было так сильно, что даже я не смогла одолеть его. Из последних сил я обрушил на него всю мощь Авалона. Твоя магия сделала его бессмертным. Нет, я разорвала его душу на части. На 4 фрагмента. О, господи. Пока ты убил лишь один из них. Значит, моя битва с Артуром еще далека от завершения. Не знаю, гневаться или же ликовать. Уничтожь 3 фрагмента души Артура. И обретешь свободу. Жди воронов, они принесут совет. Совет королевы, что пала от твоей руки. И
еще три фрагмента. И опять же ворны. Этот старик в воронов превращался. Ну зато сколько опыта насыпали. Я одолел рыцаря полуночи, но тот лишь оказался гниющей оболочкой, бывшей при жизни плотью смертного Артура. В прошлом владычица пыталась вернуть Артура к жизни, но он дал ей отпор. И после битвы владычица уснула мертвым сном, в то время как король былого и грядущего распался на осколки, четыре части души Артура. Рыцарь полуночи был лишь одной из них. Теперь мне предстоит найти и уничтожить оставшиеся части. Взамен владычица подарит мне свободу. Для этого она окажет мне поддержку. Окей. Сомнительно, но окей. Бля, Дендрешка, тебя здорово потрепали. Это прям боль-печаль. Тебя надо не в лазарет, тебя надо в собор. В собор иди отдыхай. Две миссии бесплатно. Одна миссия за дублоны. Давай за дублоны. Что у нас тут появилось? Новое событие, новая главная миссия. Так сразу, без второстепеночек, да? Замок в осаде. Попрание природы. Некий друид потребовал моей аудиенции. Похоже, корнем проблемы вновь стал сэр Эктор. Его злосчастный ритуал пробудил к жизни мертвецов, среди которых оказался чародей, что был крайне силен при жизни. Теперь его неупокойный дух бродит по лесам близ моста печали и всякий миг рискует пасть жертвой темных сил. По крайней мере, так считает этот глупец-друид. Хотя, кто знает, может, он прав. Сэру Эктору придется лично исправить свои ошибки. Недоступен сэр Эктор будет. И мне дадут плюс один к справедливости, да? Прошу другого рыцаря решить эту проблему. Выбранный герой. Это вот мой выбор. Плюс тирания. Сэр Баллон опять меня не любит, но мне наплевать. Отправлю друида в освояси. Погнали. Качаем тиранию. Мне вроде что-то открылось или нет? Концессия у меня и так была. А у меня сколько тирании-то, где это посмотреть? Где-то я это смотрел. Бля, я не помню, где я текущий показатель смотрел. Торговая пошлина, это у меня было, это у меня было. Мне нужно 8 тирании на черного рыцаря. Не, я же где-то смотрел. Вот память просто как у рыбы. Господа, подскажите мне, где это смотреть, идиоту. Я не помню, где я смотрел. Сколько у меня на данный момент? Требуется 3. Требуется 8. А у меня сколько? А, вот. У меня 6,5. Вот отметка, где я сейчас. Сэр Дамас, 9,9. Тут 8, у меня 6,5. Все, понятно. Можете не подсказывать. Нет, я нашел. Я нашел. Так, главная миссия доступна. Ее мы трогать не будем. Пока, наверное. Так, сэр Мордред. Сэр Мордред. Надо Мордреда апнуть. Что я ему вкачаю? Ему все надо вкачивать, честно говоря. Я бы ему еще молнию бахнул. Аж очень жирно она выглядит. Жрет, правда, до хреновой тучи, но выглядит она жирно. 125 урона, но это не так много, но это игнорирует броню и укрытие, и нельзя это блокировать.
Хотя, может, пока не торопиться. Вот это можно взять оружейника. Наверное, оружейника возьму. У меня сигил тяжелой брони одно очко жрет. Это будет еще минус один. Или поборника взять. Вот поборник неплохая вещь, на самом деле. При каждом ударе восстанавливает 2 УЗ. То есть это будет тупо отхил. Мне еще и дальность нужна. Бля, мне все нужно. Ну вот это пробитие брони тоже хорошая вещь. Погодите, у меня сколько? У меня 2 очка, да? Я могу что-то прокачать или взять вот это. У меня сколько будет очков действия? 8. Вместо 7. Что мне это даст? Я могу, смогу 2 раза ударить, допустим, и кинуть клеймо, да? Или я смогу подойти и 2 раза ударить. Дойти на 2 клетки. Убийство дает 1 удар, но это такое. У меня слишком маленький дамаг, чтобы убивать. Типа в урон пойти? А тут мы что, броню повысим в дальнейшем? Еще броню повысим в дальнейшем? Не, давай вот это возьмем. Берем оружейника, чтобы потом броню повышать. Он же у нас танк, он будет танковать в конце-то концов. Так, Дендрейн, солнышко, ты извини, конечно, что тебе прилетело по морде. Я не хотел этого, но так получилось. Герой получает 2 УД. Дальность хорошая вещь. Вот, берем вот это. Точно берем вот это. И надо еще что-то вкачать. Убийство бойца выстрелом сокращает время перезарядки на несколько ходов. То есть время перезарядки остальных скиллов, да, сокращает. Это, кстати, может неплохо заролять вот сюда. Я вот думаю взять дальность на 2. Или вот это. Не, берем дальность, давай сюда. Все-таки это убер скилл. Тем более я прокачал его прямое попадание и дальность. Не придется очки действия тратить на движение, если вдруг что. Так, ты. Твоя пробежка. Я бы, конечно, взял сейчас все в дальность, на самом деле. Можно, конечно, взять вот это вот. Герой получает ОД за убийство ударом, но это... Или силу. Дамаг тоже очень хорош, в принципе. Вот это отличная вещь. Тут все хорошие вещи, на самом деле. Метательный кинжал я видел у Боудики. Ну, такое... Джиггернаут, клевая тема. Не, давай качать вот эти дела. Уменьшаем стоимость. Чтобы это было дешевле. Дальность прыжка повышается на 1 клетку, а тут на 2 клетки. Наверное, перебежку сделаем.
Или все-таки повысить дамаг, потому что, чтобы я убивал с одного удара. Потому что 15% к урону, это звучит жирно. Это прям нормально звучит. Если я дойду, то давай 15% урона все-таки. Эктор. Эктор, у тебя тут где-то была выжженная земля, которую мне советовали сразу ставить. За каждую пройденную... Дамаг за каждую пройденную клетку, да? Два хода горит земля. Вот это еще жирная хрень. Ну, я беру выжженную землю, наверное. А, еще плюс 20 к урону. Да, наверное, давай делаем вот так. Чтобы он поджигал землю, еще больше дамага. Дамаг там не очень солидный, конечно, с этого огненного шара. Но когда они собираются в толпу, по нескольким залетает, плюс еще земля горящая будет, будет еще лучше. Так, что у нас по оружию? По оружию здесь из новья только посох, да? Ну еще всякая вот эта вот херня. Против бойцов без брони. У меня от силового удара. Это кровоток. Синий посох. Что он дает? Игнорирует 50 от блока. Плюс 3 к урону силового заряда. Отлично. Отлично. Наконец-то. Что-то получше. Если это еще и апнуть, это будет еще лучше. Звучит как план. Why not, как говорится. Одна броня дерьмовая упала. Прям дерьмовая на продажу. Тут три штуки. Мне дропнулось. Какой-то сраный пергамент. Число активных ловушек плюс 2, плюс 3 к урону от внезапных атак. Не такой и сраный на самом деле. Довольно чистенький. По статам-то. Восстанавливает 2 очка при употреблении зелья. Ну это, конечно, кал. А вот это вот интересно. А у тебя что, после использования навыка движения дает плюс 5 урона на один ход, плюс 3, блин, не, ну у тебя, конечно, гораздо лучше. Это я ему тогда рок этот купил. Но это неплохая очень вещь, вот это. Можно ее дать Тристану, хотя я им не пользуюсь. Так, что по кольцу? Кольцо зараженных. Дает навык призыва потерянного. Создает ходячего мертвеца в указанном месте до конца стычки. До конца стычки, кстати, на секунду. Созданным бойцом управляет игрок. Но это всего один раз за миссию. Мне писали в комментариях, что типа вот реликвии с использованием один раз за миссию — это ультра такое. Если после атаки героя уровень жизни бойца ниже 10%, он погибает. Проклятие потерянных минус 10% от всех ОЗ. А, так это еще и мне 10%. И получается и этих ОЗ режет. Блин, ну такое. Плюс что это за боец такой, хреново пойми. Ну, это обычный потерянный. Так нахрен мне нужен. Опять, короче, мне не повезло, похоже, да, ребятки. И, однако, эта банка упала. Грозовой заряд. Надо тоже их юзать активно. Я вот тут поставил, но никак не юзаю, надо применять. Так, и тебе. А тебе пока ничего, да? Да. У меня еще есть вот это. Хрень. Испытания, которые я все никак не выполняю, надо выполнять их. Исцели раны в соборе. Но это выполнится. Что тут еще? Убей потерянных рыцарей. Это тоже выполнится со временем. Выпей зелье 20 раз.
Исцеляет выбранного героя на 20% от его максимальной жизни после каждой миссии. А, то есть это зеленый именно ХП, да? Восстанови в лазарете жизнь 300 раз. Серьезно? Вызови врагов горения 200 раз, но это мы сделаем. Вот это для Дендрейн, кстати, неплохо будет. Навык движения. Нокаутируй врага 100 раз. Иммунитет к нокауту. Ну, понятно. Дает выбранному герою плюс 3 к броне. Оу, май. Восстановить 200 очков брони на отдыхе у костра. Но это все со временем восстанавливается. Я понял. Я вот думаю, выполнять миссию или заканчивать? 1:20 уже запись идет. Владычица сказала мне ждать знака от королевы, что я некогда убил, и якобы она укажет путь к осколкам души Артура. Своими загадками владычица мне явно намекала на Гвиневру. Я ничуть не удивился, когда внезапно получил послание от леди и передал его мне ворон. Гвиневра под осадой, и если я изволю ей помочь, она подскажет мне дальнейший путь. Гвиневра — это жена Артура, насколько я знаю. Помогите леди Гвиневре победить атакующих. Угу. Сэр Мордред нужен. Награда ресурсами. Сюда. Пикты. О, господи, боже мой, только не пикты. Мы натыкались на пиктов. Помните того блейдмастера, который подлетал, как боженька, и шатал, как Аполлон. И по нему еще промахи в лицо залетают, как мне в комментариях писали. Я боюсь. Мне надо ребят подгонять под мой уровень. Там где-то можно за денежку быстренько их подогнать, насколько я помню. В этом. В ристалище. Нам надо вторую ячейку будет открыть. Вот. Рыцарский турнир. Он вроде подгоняет под мой уровень. Если я ничего не путаю. Этого наплевать. Блин, вот мне надо взять как бы сырые вейны, но надо сырые вейны сейчас брать с собой будет, да. А этого давай мы на рыцарский турнир отправим. А, погоди, это мы не подгоняем под мой уровень, это мы апаем сразу уровень. Но хотя так все равно две миссии у него будет, да, на тренировке. А так он заодно апнет уровень. Давай, за 90 голды. Я, в принципе, готов на это пойти. У меня 1250 ресурсов. А это значит что? Правильно. Это значит, нам, наверное, надо уже круглый стол немножко апнуть, потому что пойдут новые рыцари. У меня и так уже один сидит тут. Бля, ну мне так много всего надо открыть. Я вот это хочу взять. Каждый нынешний и будущий герой получает одну единицу брони. Как бы мелочь, а приятно на халяву-то. Плюс один к броне. Но в кузнице вещи дешевые достаточно. Ладно, давайте круглый стол, наверное, апать. Мне нужны места для рыцарей. Этого пока брать не буду. Ой, в лавке купца завезли обновочки. Ребята, девочки за покупками пошли, обновки завезли. Надо продать мусор. Зеленый, по крайней мере, точно. Это я оставлю. Вообще-то тоже надо будет продаться. Тут куча всякого дерьма. Это продаем, этим я тоже точно пользоваться не буду. Это продадим. Надо и синее продавать барахло. Да, кстати, я же ему посох поставил, надо его еще вкачать. $18.25. Сюда! И плюс 3 от силового заряда. Сюда! Силовой заряд будет просто, еще игнорирует блок у щитовиков. 50% это просто жара. Должно быть очень неплохо. Так, урон оружием к длительности. Ну вот это я тоже, наверное, продам.
Наверное, так. Так, ладно, что можно купить? Во-первых, у нас тут метка бешеного зверя. Восстанавливает 2 ОЗ при каждом ударе в меньшинстве. Восстанавливает 1 за каждые 10. Ну, такое. Плюс 3 против замедления, плюс 3 в нокауте. Тоже такое. Угу. Понимаю. Укрытие. Уклоняйся от первой специальной атаки в каждом ходе. Плюс 8 жизни. Блин, неплохо. То есть первый раз у него точно промажут, да? Но зато броню срезает в ноль. Плюс 5 к урону до конца стычки за каждый полученный удар. Ну вот ему можно это взять. Ну как взять? Не взять? Не надо это брать, это просто я так мысли вслух. Она не настолько хороша, мне кажется. Последние 2 очка брони считаются несокрушимыми. Плюс 2 к несокрушимой броне союзников на соседних клетках. Ну... сомнительно. Дает дополнительный урон за потерянную жизнь. Плюс 30, если осталась одна. Дает 2 за... ОД за первый ход. Это я где-то уже видел. Это вроде была такая, или что-то такое было похожее. Восстанавливает 2 очка брони при употреблении зелий, бдительность, горение. От силовой атаки. Overwatch наносит максимальный урон. Прикольная, кстати, вещь. И плюс 1 ОД без урона. Из укрытия, ну, такое. Сапфиры вот тут тоже продаются, вся вот эта вкуснятина. Ладно, пока ничего не трогаем. Наверное, пойдем все-таки на следующую миссию. Я думаю. Или нет, или да. Надо, наверное, идти. Только надо мне... Извини, конечно, Дендрей, но тебе придется раздеться. Гусары, молчать. Мы пока раздеваем Дендрейн. Так, от горения. У него есть горящая стрела, да. Или чем-нибудь ему получше поставить, сейчас посмотрю, погоди. А у него пронзание. Я пронзание, да, ей брал. А погоди, у него отравленной стрелы никакой нет. Я просто из-за дамага, да, это взял?
Блин, можно еще броньку подкачать. У меня есть на это ресурсы? Чтобы у меня у лучника была броня, чтобы его не убили нахрен. Давай-ка сделаем, потом все равно это Дендрейн наденет. Потому что мне еще надо его с собой брать. Для волшебной башни мне ничего нет, я, конечно, могу все это дерьмо продавать. Блин, пикты, я их боюсь. The lady of the lake told me to wait for guidance from a queen I killed to find my way to the shards of Arthur's soul. Her annoyingly cryptic remark. Ладно, погнали. Queen Guinevere, of course. Раскрашенные дикари, лесные душегубы, какая разношерстная орава. То есть тут еще и бандиты будут, да? Но осаждать замок Гвиневры сами бы они не стали. Должно быть, кто-то их сюда привел. Я боюсь этих блейд-мастеров, вон они, я их вижу. Я их везде вижу. Сэр Мордред, мой убийца, представь, как я была удивлена, узнав о твоем появлении на Авалоне. Королева, я ждал увидеть блистательную леди, а не какую-то пиглицу. Не забывай, что это я отправил тебя на тот свет. Чем могу помочь на этот раз? Помочь? Что ж, полагаю, иных вариантов у меня не осталось. Владычице я не поклоняюсь. Владычице я поклоняюсь, ей же служишь ты. Она тебе прислала с умыслом сюда. Так, довольно. Говори, что тебе надо, иначе я уйду. Мой замок под осадой. Я буду здесь, а вороны укажут тебе путь. Ступай же, делай, что умеешь. Убей любого, кто посмеет стать на твоем пути. Прошу. Хорошо. Майнкот! Почему такая дорога извилистая? Ладно, погнали. Свершилось! Для этой встречи мне пришлось переплести их нити судеб. Забавно. Убийца короля и королева. Заклятые враги, но им придется стать союзниками. Сначала уничтожьте авангард, потом поговорим. Это мы быстро. Да, тут и пикты, и бандиты, и всякие ублюдки. А, вот так сразу. С пылу с жару, да? Кто тут? Щитоносец, дружинник, раскрашенный лучник, воин пиктов. Хипов у них, конечно, теперь кот насрал. Причем насрал так нормально, а не как обычно. Так, ну что, Ивейнушка? Блин, ты, конечно, печалишь меня. Проу. Надо выжидать, наверное, момент, пусть подходит. Чем самим подходить и пытаться как-то изобрести какие-то выстрелы, изобразить, да? 8 ОД, сколько мы тратим? А, да, я потом далеко не уйду. Я же его не убью с одного выстрела, хотя, может, и убью. Даже не может, а я его убью с одного выстрела, да? 11-13, я его должен убить с одного выстрела. Тем более, это будет выстрел в спину. И теперь тупо отходим назад. Пусть сами подходят. What? Ты давай сюда. Sinners shall bleed. Ты, наверное, иди... Насри ловушками, ну так, чутка. Так, они пойдут сюда, значит, тебе надо куда-то вот в эту сторону отходить. А ты, у тебя сколько? У тебя 8, да? А максимум 6. И встань сюда для заманухи. Ready. Ready. А что ready? Да ты ничего не можешь сделать, братан.
Давай 6, сохрани до 3. Они далеко бегают, кстати, очень далеко бегают. No mercy for the wicked. I serve the Lord. Можешь пожечь двоих, а можешь нормально так забульбенить вот щитоносца, например. А, погоди, у меня еще хватает? О, ё-моё. Жаль, на троих не хватает. Давай тогда вот так вот. Чтоб он еще подгорел, когда пойдет. Так, ты. Надеюсь, эта тварь сгорит. Сколько у него будет? 4-6, и плюс он пойдет? Не, он не сгорит, надо его замедлить будет. А я замедлить его не могу, да? Можно будет принять удар на себя, а ты... А тебе надо... Угу, там еще лучник, да? Да, я сбил себе палево и бонус от палево, я это прекрасно понимаю, но надо было так сделать. Идем к следующему. Так, а ты, наверное, в Overwatch'е стой. Одного ты точно ударишь? А, он даже подходить. Нет, он... Ах ты, сука, хитрожопая. Ну ты сгоришь следующим ходом, да? Но я не могу теперь двигаться. Да мне особо и не надо двигаться. Так, ты. У него обнаружение? Чё он так далеко палит? У него обнаружение. Ах ты, мразь. Ну ладно, сомнительно, но окей. Так, я, в принципе, сейчас вот этого зомбятины убью. Чтоб я мог Мордор там походить. Мордор сделает вот так. Встанет вот сюда. И мы толкнем его в огонь. Да, наверное, сейчас я его и убью. Или нет? Ну, я думаю, он сгорит. Да. В праведном огне. Опа, а ты кто? Леди Гвиневра. О, чудесно. Вот тот сэр Мордред, которого я знаю. Залитый кровью, не сверх меры разъяренный. Королева Гвиневра, твоя несравненная красота — истинный услад для глаз. На самом деле, симпатичная дама. Лесть тебя не красит, Мордред. К тому же, скоро я лишусь короны. Из всех владений у меня осталась эта башня. И та вот-вот падет. Тебя загнала в угол армия отбросов. Кстати, кто они? Отбросы. Маргауза обманом завлекла этих дикарей сюда, чтобы отвлечь внимание, пока ее отборные отряды готовят наступление. Угу. Мать злодейка... Моя злодейка-мать, Маргауза. Выходит, она здесь... Ай, это его мать? Я не знал. Не прямо здесь, не в лагере, но да, на Авалоне. Признаюсь, ее присутствие меня изрядно удивляет, не меньше твоего. Ее тоже отправила сюда владычица? О, вот потеха была бы, но нет. Все ее пикты, дикари, как-то пробрались на остров. Теперь она властвует здесь. Они всегда чтили Маргаузу как королеву-ведьму Севера. Кто еще сражается за нее? Она не брезгует наемными клинками. А пикты — то ее элитные бойцы. С такой аравой ей целый остров захватить не будет сложно.
Не стану лгать, что мы с Маргаузой ладим. Но все же она моя мать. Так с чего бы мне сражаться за тебя? Не, ну наплевать на то, что мать. Нам сейчас не до этого. Ты хочешь, чтобы я прорвал кольцо осады? Верно. По эту сторону от башни стоит осадная машина. С другой же шаман пиктов готовит свои чары. Их нужно усмирить, пока еще есть время. Что за машина? Требуше! Доставь меня к нему поближе, и я спалю его дотла. Но знай, что его надежно охраняют. Тут написано требуше, но нужно говорить правильно. Требуше! Я думаю, вы меня поймете. Шаман, говоришь, а что же твоя магия, Гвиневра? Одной мне с ним не справиться. Шаман призвал на помощь тварь глубин, чудовище, которое способно разрушить основание моей башни. Не ту ли тварь, с которой мы сражались недавно в миссии? Я имею в виду, которая была в будущем или в прошлом, здоровая хрень, типа тролля. Значит, коль я пролью кровь за тебя, мои проступки будут прощены. Так скажем, ты заслужишь уважение свое, владычицы и мое. А может подождать, пока мои враги сами истребят друг друга? Да не, но это не вариант. Хорошо, жди здесь, скоро я вернусь с новыми вопросами. Я вообще-то думал, она со мной пойдет. Ты думаешь, сэр Мордет, я уже не та? Себя смогу защитить сама и в бой пойду с тобою наравне. Поступай, как знаешь, но мои рыцари больше не будут тебя охранять. Так, теперь у меня леди Гвиневра. Ну что, посмотрим на эту малютку Гвиневру. Кто она? Она боец. Она ассасин? Она кто? Или она просто боец? Но я уже кое-что вижу. У нее есть теле, мать его, порт. Удар. Еще и ступор. Морозная атака. Благословение. Она еще и баффер. То есть это не на себя, да, это на кого угодно. Боевой настрой. Союзники. Твою мать. Это какая-то машина просто. Ну, в перспективе. Она бафает. Она... Вот заморозка. Надо посмотреть, что заморозка делает. Статус эффекта. Боец заморозка теряет 100% УД на все время действия. Пока у бойца 0 УД, из-за этого эффекта он не может выполнять потенциальные атаки. Он еще и атаки по вас... Его можно заморозить и... Ой, блин. Но это перспективная дама. Конечно, в моих кривых руках. А вот карта мне не нравится, потому что тут непонятно, куда можно идти, куда не можно идти. Так вот, дама перспективная, но не в моих кривых руках. Вот это я хотел сказать. Так, нам надо требюше сначала уничтожить, да? Наверное, потом уже идти к шаману. Но сначала мы на секунду... С чего Маргаузе вдруг осаждать твою башню? Из-за Экскалибура. Я берегу его для Артура. Маргауза думает, что меч еще здесь, вроде, да? Прервемся на секунду, сейчас продолжим. Продолжаем. Куда мы двигались там? К Требушету, да? Да. Просто перерывчик был немножко дольше, чем я думал. Поэтому я подзабыл, куда мы направляемся. Да, надо подсейвиться и погнали. Ой, тут бой еще, да, тут с расстановочкой. Угу. А тут только один подход, да? А зачем мне тогда показывают расстановку, если тут только один подход? Но я к ним в спину могу зайти. Таких, в таком случае. Или там сверху можно еще зайти. А что тут такая длинная карта? Остановимся здесь. Нет, не остановимся здесь. Нам надо сначала... Так, давайте сохранимся и посмотрим, где лучше нападать. Угу, вот он, требюшея. Там какой-то хмырь с щитами. А кто у нас тут? У нас тут ребята, которые... Под благословением, да? Огненный арбалетчик. Дружинник. Еще один арбалет. Квидракс, который бьет молнии, мразь.
Защита от дальних атак и массовый урон. Чьи благословения на всех срет. Мне бы, конечно, его в первую очередь забрать. Как он тут обложился, мразь. Вы посмотрите. Как он тут обложился просто воинами. Или вот тут их как-то подлавливать сейчас. Пусть к нам идет. Ладно, засейвились. Если что, будем грузиться нещадно просто, как мрази последние. А, у меня же еще леди Гвиневра тут. Я про нее совсем забыл. Малютка Гвиневра. Так, ты, наверное, сюда. И куда-нибудь, я не знаю, сюда. Гвиневра сюда. У Гвиневры защита до хренища. Мне бы, конечно, забрать этого. Наверное, вот так вот сделаем. А, он все равно до лучника не достает, да? Ему надо будет шажок сделать. Так, погнали. Посмотрим, как пойдет дело. Давай всем баф, наверное, сразу. Или не надо. Или пока не надо, подожди. Иди убей его. И без инвиза его убьешь. Потом надо убить вот этого товарища. И еще захайдиться как-то постараться. А ты не убьешь, у тебя 5 очков. Хотя 3-2 как раз. Тебе надо... Бля, у тебя 5 очков. Ладно. Его убьет. Ты его убьешь. Пять. Сколько огонь у него наносит? 6-7. Отлично. Вернись назад. Ты захайдись. И встань сюда. Так. Гвиневра, малютка моя. Что ты можешь придумать? А ничего. Ты не син, ты у нас воин-бафер. Я даже не знаю, что с тобой делать, честно говоря, пока что. У тебя 8 очков. Ну ты никого не убьешь, тебе надо немножко попридержать, наверное. Они. И сохранить очки. Этот умрет, эти двое пойдут сюда. У тебя 8. Встань сюда. Бля, слишком много вокруг него народу собралось. Я туда Балина не могу пустить. Сейчас Балин вырежет этих двоих. Твою мать, Эктор, что творишь? Псих ненормальный. Хотя нет, наверное, Гвиневра сейчас прыгнет сюда. У нее один удар. Я привык к ассасинам, твою мать. Так, арбалетчик, скорее всего, пойдет сюда, да? Главное, чтобы он меня, сука, не спалил.
Так, а тебе наоборот надо отойти. У него защита от дальних атак, да? Да, то есть я его не прострелю. Бля, зачем я это сделал? Я могу его замедлить. У него ментальное сопротивление 75, правда. А могу ли я его замедлить? Да ни хрена не могу. Слишком он далеко. Мордор, ты телецом торгуй. У тебя выбора нет. Бля, лучника подставил я, конечно, знатно. Дарт Сидиус, твою мать. Так, а где тут арбалет был? А, он пошел в обход. Я здесь, чтобы служить. Sinners shall bleed. За корнями стоит, его не видно. I am ready. Я его убью, это хорошо, мне надо его убить. Он смотрит сюда, да? Значит, спина у него вот эти три клетки. Мне бы сюда как-то попасть. Ну там черти эти стоят, арбалетчики. No mercy for the wicked. Your command. Я еще могу благословение накинуть нормально так. Sinners shall bleed. Так, он дойдет через прыжок. Через прыжок он точно туда дойдет, поэтому давай сделаем так. Бля, тут некуда прыгать. Тогда пешком иди. Я могу этого убить, но в этом смысла нет. Меня эти подрежут. Kneel before your king.
I fight for honor. Sinner shall bleed. For my Camelot. Ну, я могу встать сюда. Я могу встать сюда, чтобы им пришлось выйти, чтобы полной стрелой по мне долбануть. Я буду под защитой. Угу. Окей. King and country. The Lord is my witness. Жаль, что он перепрыгивает через эти хреновины не может. Сколько у меня? 10? Будет 9. На 3 удара хватит. Да, отлично, сейчас я их и убью. Нормально. Пока не понял Гвиневру. Она бафает, да, но как атакующего ее бойца использовать, я пока не понимаю. Дамага у нее прилично, но не очень много, но она уязвима. И как бы надо подбегать, бить и потом телепортом уходить, или как? Отлично, осталось только разобраться с ритуалом. Так, не, ну тут хорошо отыграли, мне понравилось, нормально. Их было много, но мы их раскидали. Правда, Мордред немного молнии словил. Но это допустимо, я думаю, раны. Аксессуар. Еще один аксессуар. И голдяшечка, да? Так, и тут у нас костер. Там есть снизу проход. Костер пока не трогаем, наверное. Что тут? Ага, там еще какие-то говноеды. Вот, это Анагар. Привет. А, и файт сразу. Здорово. Вообще не очень. Арбалет. Один арбалет, да, только? Не очень. Файт начался. Ready. Ну, хотя Эктор тут сейчас пыхнет на них. Хотя не пыхнет, надо подождать. Отойди. Но все равно не пробьет, да, нормально. Давай так тогда. Догорит. Ты. Раскидай, наверное, ловушек пока. Хотя я тебя могу сразу в крысу отправить. Крысу отправить. Хотя надо подождать, пока они хотя бы один шаг сделают. Но ты пока, наверное, ничего не делай. Тебя тоже надо как-то подключать к процессу. Только я пока не пойму, как. Просто встань здесь и подсейвись.
Не получается по всей куче ударить. Давай хоть так. I am ready. At your service, my lord. Sinners shall bleed. Надо Гвиневру использовать. Я бафы не даю своим. Никак ее не использую толком. Awaiting your command. Time to feed the ravens. Наверное, просто стоять. Overwatch я не вижу смысла ставить. Ну, хотя эти подойдут. Ну, давай. Ставим Overwatch. Сколько у нее телепорт откатывается? Два хода. Ой. Бля, вот иногда сложно предсказать траекторию их переходов, да? И это вызывает вот такие вот ситуации, не очень приятные, мягко говоря. Внезапку мы потеряли, да. Но я еще могу ее вернуть. А надо? Сколько у меня? 5 очков? Я все равно два раза не ударю. А я так его убью, не буду. Your orders. The Lord is my witness. Так. Тут у нас сундучок. Сигел легкой брони и голдяшка. Ну такое. А, и тут тупик, да? Или нет? Нет, это проход, это не тупик. Хер пойми, где тут тупики, где проходы. На этой карте странный. А поверху я не мог пройти? Так, ладно, давайте вернемся. Я хочу посмотреть, что тут. Я тут вообще куда-то мог выйти? Я склонен попадать в необычайные передряги, Мордред, но это превосходит их все. Зелень и деньги. Печально. Так, тут таран. И какая-то небольшая кучка лохов, которых мы еще под орех разделаем. Какие-то не совсем бедные ребятки. Мне бы огненный шар на них швырнуть. Чтоб лучник загорел в огне праведном. Бля, вот не могу троих зацепить, ну ладно.
Лучник сгорел в праведном огне, это, в принципе, главное, что мне нужно было. А у него вроде бафа нет. Да, у него бафа нет на доп-дамаг, это я привык к Дендрейн. Blessings. I can take them all. I fight for honor. Make up your mind. None can stand in my way. Your command. Ready. Зачем я это сделал? Теперь придется тратить это. Дурак. Это, конечно, сгорит, так что наплевать. В праведном огне. Маленько голды. Прям маленько-маленько. Сейчас на каждом углу-то какие-то мрази. Эй, мы первые пришли. Добыча наша. Тупая ты башка. Они не с нами. Мы не с вами, сынки. Два арбалета. Your Highness. Your Highness. No mercy for the wicked. Бля, Эктор, ты можешь сжечь двоих сейчас по красоте, не? Я знаю, ты можешь. А, нет, ты не можешь, они далеко стоят. Ладно, давай так. Надо арбалеты забрать. No mercy for the wicked. Your Highness. For king and country. I am ready. Подсак! Make up your mind. Your command. What are we waiting for? At your service, my lord. Kneel before you. Так, это же сгорит, да, это сгорит. No mercy for the wicked. Да, я знаю, у меня пропадает удар с внезапки, я это все знаю, знаю, знаю. Но тут это было неважно, поэтому... Мне надо было их добить только. Так, ну тут мелочь какую-то собираем, ну деньги. В любом случае, это ценная хрень. Слышите, слышите, там кто-то шепчет. Шаман пиктов меня, конечно, немножко напрягает.
cook some food for me. How could Morgoth be in Avalon? Как же Маргауза попала в Авалон? Она с владычицей всегда была врагами. Ее сюда призвали пикты. Они наивно полагали, что им удастся удержать ее, но она поработила их с помощью чего-то там. А, тут начало боя будет, окей. Так, есть тут и есть вон там, да? Мне бы, конечно, поближе к лучнику стартовать, но давайте посмотрим. А, вот эта тварь. Она еще что-то кастует. Ритуал призыва надо прервать, с каждым мигом опасность возрастает. Понял намек. Иммунитет. Каменный панцирь полностью нейтрализует несколько следующих ударов. Три. Нокауту, к отбрасыванию. Так, сейчас надо ее три раза ударить и бальным добить. План такой. Лучников много. Ready to fight. I am ready. The Lord is my witness. Awaiting your command. Time to feed the ravens. Этот ударит раз, ударит два. Ready. I am ready. For Camelot. Нужен третий удар. Как бы ей потом только убежать. Но у нее броня есть, если что. Я не хочу его туда пускать, он будет танчить. Обнаружение есть? Вроде нет. Я не хочу, чтобы она призвала тварь эту здоровую оттуда. Можно прыгнуть, сэкономить очки движения потом. Ладно, идем так. Блять. Я думал, мы сэкономим себе. А, ну он типа слабый, да, вылез? Так, извини, Гвиневра, но похоже... What? Планы маленько изменились. Мордред, надо танчить эту тварь. Что у него? Иммунитет, иммунитет, укус, огромный урон броне, бля. Это сопенение, дальняя атака, плевок. Too late to run now.
for king and country. Ну, держись. Хрена себе, сколько брони съел. Ай, ай. The Lord is my witness. Your Highness? Make up your mind. I am here to serve. Hatsak! The Lord is my witness. Ready to fight. Power and glory. Your command. Kneel before your king. The Lord is my witness. Sinners shall bleed. What are we waiting for? Надо ее отсюда убирать. То еще под орех разделают. С этим мы расправимся. For my Camelot. Your command. I can take them all. Мне надо его убить. Или я могу ей... Его заморозить? Да не, не буду морозить, я его сейчас убью просто. Потом захайдюсь. А почему захайдиться не могу? У него обнаружение. Ах ты тварь, блин. А так... Так, а ты, милочка, или сюда пойди сныкайся. Ты можешь прям вот сюда в наглую встать, да? Я бы тебя, честно говоря, просто отвел бы куда-нибудь подальше. I can take them all. А вы сейчас будете убегать, да, ребятки? Давай ставим сюда. Они по два раза стреляют. Неожиданно. For king and country. I fight for honor. Я еще его надо было сначала его заморозить. I am ready. Feel the pain. I serve the Lord. Так, они меня и так увидят издалека. I never thought I'd say it. Не верится, что я это говорю, но благодарю за помощь. Башня цела, если бы... А, еще бы ты меня не благодарила. Эта победа дорогого стоит. Но тебе необходимо понимать, что владычица специально подстроила нашу встречу. Желает, чтобы мы поговорили об Артуре. Да это понятно. Похоже, владычица манипулирует нами обоими.
Кто бы сомневался, владычица последняя из рода Туате де Данаун. Козни у нее в крови. И да, она использует нас обоих. Ей не нужен хитроумный план, чтобы убедить меня опять убить Артура. Ты можешь уничтожить осколки. Мой муж давно уже мертв. А эти порождения должны исчезнуть. Я смирилась с этим. Видишь, не так уж сложно. Что еще тебе известно? Мне известно, что тебе удалось одолеть рыцаря полуночи. И теперь мы знаем об осколках души Артура. Я могу тебе здорово помочь. Тебе должно быть доподлинно, ё-моё, известно об одном из осколков души Артура. Где он? Осколок, что ты ищешь, сросся с плотью измученного короля рыбака. У вечного короля, того калеки с неисцелимой раной? Да, и вместе с королем страдает и его земля. Такое было с Артуром в Британии, и тоже приключилось здесь. Кто бы сомневался, выходит король-рыбак тоже на Авалоне, и где же он? До шторма в этих землях правил король Пелом, достойный монарх. Он посвятил свою жизнь служению Господу, однако никогда не угнетал последователей старой веры. Вряд ли он до сих пор сидит на троне. Все намного хуже. Король-рыбак стал жутким воплощением слияния Пелома с Артуром. И он жесток и страшен в гневе. Король-рыбак с Маргаузой в союзе? Нет, Маргауза пошла против него. Она послала в его земли пиктов. Пустошь поглощает их леса. И всем понятно, гниение остановит только смерть. Где сейчас король? Он обретается в Корбенике, замке короля Пелома. При нем сэр Персиваль оберегал святой Грааль, но после шторма все переменилось. Персиваль — это брат Диндрейн. А осталось ли в нем что-то от Артура? Только тебе судить об этом. Порой в нем пробуждается Артур, и он признал меня, но тот осколок полон одной лишь ненависти с болью. Грааль пропал, а Персиваль был изгнан. От замка стала простираться пустошь и скверна, что владела королем, все дальше отравляя землю Авалона. Поэтому нам стоит работать сообща, ведь наша цель — убить его. Что скажешь? Король-рыбак редко покидает свой замок, но мне удастся выманить его, ведь душа Артура испытывает ко мне чувства. Ясно, и чего ты от меня хочешь? Будь наготове и жди моих приказов. Мы встретимся вместе, а затем убьем. Чары и манипуляции. Люди не меняются. Ну, миссия была несложной. Тем более нам тут дополнительного бойца дали, который неплохо всех бафает. Руна для однорука. Синяя и украшалочка. Плюс эту гниду мы сразу забороли, из-за этого этот помойный червяк, опарыш, вылез с 30 хипами всего, а не фуловый. Фуловый он бы, конечно, нам дал просраться. Потрепали... Как его зовут, скажите? Потрепали... Мордрета. Да, кстати, костры надо юзать. Знаете, почему надо костры юзать? Я могу это испытание посмотреть? Да. Вот, потому что мне же нужно там похилиться на костре... Да, восстановить броню на костре. Что-то такое там было. Ну-ка, полностью улучшить собор. 50 сопротивления. Не, где-то я видел. Вот, 200 брони у костра. То есть это надо все юзать, чтобы прогресс шел. Значит, пошли активно использовать костры. Броню, а на другом хипы. Там наверняка за хипы тоже испытания есть. Но карта мне... Не нравится, как построена карта. Именно не сама, не сами локации, а карта. Очень размыты границы и приходится тыкаться носом. Это забирает дополнительное количество времени. Так, ладно, давайте уходить. Миссия отыграна очень нехорошо, на самом деле. Вроде нам никто не навалял, но я пока не совсем понимаю Гвиневру. Я понимаю, что она представляет,
но я пока ее использую только как баффер, а не как дамагера, потому что что-то мне боязно. Дамаг у нее не очень большой, да, она ступор кидает, морозную атаку, но только если надобив, и использую я ее то неправильно, редко, и часто она у меня проставит, хотя наверняка надо бафить. Сколько кдшка у них? Бля, тут не пишется. Ну, короче, надо будет придумывать. А так, неплохая дама. На самом деле, давайте сваливать отсюда. Так, ну она к нам не присоединилась, если что. Блин, а Ивейн даже не апнул 6 уровень. Я надеялся, он апнется. Мне удалось победить армию, что угрожала жизни леди Гвиневры. Оказывается, за всеми этими нападениями стоит Маргауза, оркнейская королева-ведьма. Гвиневра сдержала слово и подсказала, где искать осколок души Артура. Он попал к королю-рыбаку, правителю пустоши. Гвиневра выманит убогого из замка, после чего я с ним расправлюсь. 1000 голды по луту так себе, конечно. Так, леди Дендрин похилилась. Кристан повысился. Опа, награда испытаний какая-то доступна. Это что? Убей врагов одной атакой 40 раз. Это знаете, кто у нас сделал? Знаете, кто это сделал? Это сделал Балин, красавчик. Выбранный герой получает плюс 10 шанс нанести двойной урон. Я могу еще, значит, ему двойной урон накинуть. Но я не буду, я пока это заберу. Или нет, погоди. Ломис, ты что-то губу раскатал, это не то. Это вот что мы получили. Это уже было, да? Исцелить раны в соборе 3 раза. А, я понял, это ранение. Мы же ранение не так часто получали. Дает выбранному герою плюс 2 жетона раны. Клевая очень вещь. То есть это 2 жетона, плюс он не будет получать раны, да? 2 доп. Жетона. Пускай пока лежит, не знаю, кому пока отдадим. Так, Тристан и Изольда. Что тебе качать, братан? Ты, конечно, у меня такой себе парень, честно говоря. Не очень ты мне нравишься. Со своим ядом. Ну, тут, наверное, все по базовым вещам. То есть, стоимость прыжка снижаем. И, наверное, давай вот это. У него же другие скиллы, мастер ловушек или нет, газовая ловушка, метатель, поглощение жизни. Он хилиться может, но он же труп. Все мы тут трупы вообще-то, но он более труп, чем все мы. Скажем так. Так, а у нас новых этих нет, да? Леди Дендрейн восстанавливается, но надо еще в лазарет отправить. То есть еще одну миссию, она мне будет недоступна. И Тристан повышается. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут всего? Сюда. Доступно новое событие, побочка, побочка, мейн-квест. Песня обречения. Аббат голландского монастыря попросил сэра Мордрета о помощи. В окрестностях пропадают мужчины. Есть подозрение, что виной тому красивая ведьма с дивным голосом, которая пьет кровь ради вечной жизни. Сначала пение сирены раздавалось только по ночам, но теперь, когда даже днем над землей нависают сумерки, ее чарам поддается все больше и больше мужчин. Деревни пустеют. Аббат опасается, что ведьма обрела слишком много сил. Рыцарь разобраться. Ну давай, я отправлю к какому-нибудь ненужного. Например, Балана. Пусть идет. Хотя Балан... Блин, нет, он же там опыт может получить. Давай тогда Кия, пусть Кия подкачивается потихоньку. Еще одно событие где-то. О, ух, ё-моё, вы только гляньте, у нас еще кусок карты открылся. Святые угодники. Нежеланные узники. Освободив от осады игольную башню, мои рыцари захватили в плен множество пиктов и разбойников. Вот только теперь кому-то надо кормить и стеречь этот неотесанный сброд. Наводнивший Авалон проклятые вассалы тоже не подарок.
Но даже с ними проблем было меньше. Один из рыцарей, которому я поручил охранять пленников, предложил простое решение. Нет человека, нет и проблемы. Возможно, такие методы недостойны истинного короля, но в Британии мне доводилось творить и не такое. Убить их, ребятки, убить их. Плюс один куда? Сюда. У меня уже 8 тирании, а мне надо... Не, 7 тирании, а мне надо 8 на черного рыцаря. Миссию, для прохождения которой нужно нанять героя черный рыцарь. Погоди, а он мне сразу будет доступен, да, и потом миссия, для прохождения которой нужно... А, можно нанять героя черный рыцарь. Интересно, что это за товарищ? Что он из себя представляет? Ну и, конечно же, побочки. Противостояние, печали сэра Тейгера и рыцарь шипов. Это пока ничего не трогаем. И прокачиваться тоже будем там по шмоту, по всей этой херне в следующей серии. На этом давайте на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, пишите советы. Это все очень кстати. Это все читается, на это все отвечается. И говорится за это все большое спасибо. Ставьте лайки. Это продвигает видео и привлекает на канал новых вдов-королей. Подписывайтесь на контакт Рутуб. Там я выкладываю все то же самое. Плюс Twitch, туда идут стримы с Ютуба. Инфа по стримам выходит в сообществе на Ютубе, в группе ВКонтакте и в Дискорде. В Дискорд залетайте, ссылка в описании. Всех жду. На этом все. Всем еще раз спасибо. Но самое главное, помните, недостаточно один раз убить мертвого короля. Всем спасибо, всем счастливо.